Команда одесских художников украсила ободранную стену двухэтажного старого дома по улице Новосельского новым муралом. Команда одесских художников из М97 Project смогла изменить внешний вид фасада дома номер 21 по улице Новосельского. Старые и облупившиеся стены постепенно превратились в яркий сказочный замок. Я живу здесь с двумя детками. Мы каждый день выходим на работу. Я на работу, дети в садик, в школу. Поэтому чувствуем, выходим себя как в сказке. Очень нравится. Мне лично очень нравится. Очень приятно смотреть. Так как стена здания была в плачевном состоянии, ее отремонтировали перед созданием рисунка. А настроение горожанам, так сказать, создал руководитель благотворительного фонда «Доброе дело» Анатолий Кавун и сообщил о мурале на своей странице в Facebook. Честно, город Одессу это бы очень украсило бы. Это была бы сплошная сказка была бы. Действительно, много из домов, которые вот в Одессе мы проходим, действительно, они в очень ужасном состоянии. Но вот если бы сделали как пример моего дома, это было бы вообще великолепно. Хороший, лучше, чем разрушенный дом. Если дом красивый, то я не думаю, что здесь должны его разукрашивать. Если есть такая возможность, вот хотя бы так его украсить, то можно, я думаю. А почему коммунальные службы не делают свою работу, что вот люди... Жадность порождает бедность. Я очень благодарна этим художникам, действительно, что они разрисовали эту сказку, сделали эту сказку. И, возможно, уже вскоре возле сказочного мурала на месте нынешнего пустыря появится маленький сквер. Активисты пообещали зеленую зону, которую так долго выпрашивали жильцы дома у коммунальных служб. Ведь одесситы хотят жить комфортно, наслаждаясь прекрасным.